В эфире программа «День города», в студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. 2 человека погибли, 31 пострадал. В Рязанской области произошла крупная авария. Насколько безопасны поездки в автобусах? И у санатория «Сосновый Бор» есть надежда на возрождение. Крупная авария в Рязанской области. Лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате 2 человека погибли, 31 пострадал. Среди тех, кто получил травмы, 8 детей. Большинство пострадавших, как предполагается, жители Калмыкии, возвращавшиеся домой из Москвы. Авария произошла около полуночи с 5 на 6 апреля в Михайловском районе. Автобус с пассажирами ехал по маршруту Москва-Элиста. По предварительной информации, грузовик МАЗ под управлением 32-летнего жителя Саратовской области выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Сетра». Большинство пострадавших – жители Республики Калмыкии. В полиции рассказали о погибших и гражданах, получивших травмы различной степени тяжести. Водитель автобуса, 49-летний житель Республики Калмыкия, и пассажир автобуса, 35-летний житель Ставропольского края, скончались на месте аварии. В больницу с различными травмами доставлено 32 человека, среди них 7 несовершеннолетних. 10 человек, в том числе один ребенок, госпитализированы в тяжелом состоянии. 15 человек после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Первыми на место ДТП прибыли сотрудники полиции. Незамедлительно здесь появились спасательные службы МЧС и скорая медицинская помощь. Инспекторы ГИБДД первыми прибыли на место аварии. Полицейские вытаскивали пассажиров из автобуса и оказывали первую помощь пострадавшим. Пассажиры автобуса, которым после оказания медицинской помощи госпитализация не потребовалась, дополнительным автобусом были отправлены домой. В качестве причин аварии сейчас рассматриваются две версии. По одной из них водитель грузовика заснул за рулем, по другой пошел на обгон. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело. Крупные аварии, в которых страдают как взрослые, так и дети, в последнее время происходят с устрашающей частотой. Насколько безопасной может быть поездка в пассажирском автобусе, расскажет Валерий Седов. Среди серых машин на наших дорогах уже давно появились яркие желтые автобусы. Это специальный транспорт для перевозки школьников. Изо дня в день они колесят по улицам города. Но, к сожалению, в связи с последними событиями, к этому транспорту относятся с настороженностью. Поэтому сегодня сотрудники ГИБДД устроили проверку всех 4 автобусов нашего города. Сегодня сотрудникам государственной инспекции на плановой основе проводится проверка школьных автобусов, то есть автобусов, которые осуществляют перевозку детей к местам обучения. В первую очередь проверялось техническое состояние автобусов, то есть это исправность светового оборудования, работоспособность системы оповещения. Эти автобусы отличают от других, например, наличие ремней безопасности на каждом сиденье, размер которых сделан специально для детей. Сотрудники ГИБДД проверили работоспособность каждого ремня во всех автобусах, а также средства оповещения внутри и снаружи салона. Ближний свет включительно, дальний. Аварийная сигнализация. Работоспособная. Помимо большого количества ремней безопасности, эти автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Также в них есть тонограф, который предназначен для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Двигатель имеет ограничение, которое не может разогнаться свыше 60 км в час. Также автобус не может тронуться при открытых дверях и опущенной подножке для детей. Он незамедлительно заглохнет. Все сделано для безопасности перевозки детей. После проверки всех автобусов сотрудники госавтоинспекции выносят вердикт. В целом состояние данных автобусов на высоте, да, то есть есть незначительные какие-то недостатки, которые в принципе устраняются в течение самой проверки. Как бы хорошо не были оборудованы автобусы, чаще ДТП происходит по вине других участников дорожного движения. Поэтому в заключении сотрудник ГИБДД напомнил водителям основные правила перевозки детей и дал главные наставления. Обязанность соблюдения правил дорожного движения, она есть у каждого водителя. Да, независимо от того, чем вы управляете. Если вы езжаете на дорогу, значит, вы обязаны соблюдать правила дорожного движения. Данное требование относится к вам, как к водителям, которые возят детей, наших детей, ваших детей, внуков и так далее. В первую очередь. Поэтому
В очередной раз хочу вас призвать быть внимательными на дороге, аккуратными, соблюдать все правила, да, следить за тем, как дети переводятся, не бегают ли они у вас по салону. В очередной раз хочу вам напомнить, да, о соблюдении мер безопасности. Спасибо вам. Вам спасибо. Еще одна авария случилась сегодня в Рязанском районе на трассе Москва-Челябинск с участием сразу трех машин. Есть пострадавшие. Их трое. На месте событий побывала наша съемочная группа. Перекресток возле деревни Турлатово на трассе М5 давно известен водителям своей опасностью. Здесь частенько происходили ДТП. С установкой светофора количество аварий должно было снизиться, но они продолжают происходить здесь регулярно. На этот раз авария с участием трех машин. Сильнее всего, на первый взгляд, пострадала Toyota. Мы стоим на красный запрещающий свет и даже не поняли. Машину зад приподняло и бросил нас сюда. Удар, резкий удар, без тормозов, ничего не было. Если бы тормозил, мы бы хоть внимание обратили. В сзади нам ударили и все. Как случилось? Я же не вижу, у меня сзади глаз нету. В результате столкновения задели стоявшую в соседней полосе машину. Мои родители, отец и мать, стояли на перекрестке вместе с еще одной пострадавшей машиной. Вот здесь стоит. Вот, стояли на красный свет, пропускали со второстепенной дороги. На всем ходу машина Toyota Camry. На всем ходу, не тормозя, пролетает и бьет заднюю часть автомобиля. По последним данным, в ДТП пострадала одна из рязанских чиновниц. Она находилась в автомобиле, направлявшемся в сторону Рязани. Сотрудники госавтоинспекции работают на месте, обстоятельства происшествия выясняются. Пострадавшая в аварии из автомобиля находится в больницах. Вот, мы ждем новостей от них, что там, в общем-то, но чувствуют они себя неважно. Вот, будем надеяться, что все будет хорошо. И к другим темам. Санаторий «Сосновый Бор» приостановил свою работу. Крупнейшее оздоровительное учреждение региона – «Жемчужина Солочи». Сюда приезжали лечиться и отдыхать из всех уголков страны. Но сегодня санаторий переживает не лучшие времена. Здравница оказалась под угрозой закрытия. Покой, тишина, целебный воздух, свой источник с минеральной водой, современное медицинское оборудование и высококвалифицированные врачи – все это санаторий «Сосновый Бор». Шестиэтажное здание стоит на берегу красивой реки Старицы. Крупнейшее лечебно-профилактическое учреждение региона, рассчитано на 500 мест. Но с 13 марта санаторий полностью приостановил свою работу. По техническим причинам, гласит объявление на официальном сайте. На ремонт, говорится в объявлении на въезде. На самом деле учреждение отключили от газа. Долг составляет 3 300 000 рублей. Кроме того, у предприятия долг по заработной плате – 16 миллионов рублей. Надеялись, что наше руководство может справиться с этой ситуацией, верили в это. Честно говоря, на данный момент мы что-то уже теряем уверенность в том, что вообще этот вопрос разрешится. Хотя очень обидно. Отработав 32 года в одном санатории, просто считая его своим домом, вот так уйти, можно сказать, ни с чем и никем. Нам выдавали частями понемножку. Это было буквально... Последний раз нам деньги давали январь-февраль месяц. Примерно так. Но там было очень немного денег, буквально 2 500 рублей. Столько лет я проработала, 32,5 года в этом санатории, с самого-самого открытия. Еще отдыхающих не было, еще мы такое отмывали, готовили санаторий к принятию первых отдыхающих, поэтому с самых-самых первых дней. Надежда у вас есть? Она умирает последней. Надежда есть всегда. Очень хочется надеяться, что мы все-таки возродимся и в том же составе будем работать в нашем санатории. Силы еще есть, желание есть, пользу приносить людям умеем, поэтому хотелось бы, чтобы мы возродились. Пусть бы нам помогли в этом. В трудовой инспекции говорят, проблемы здесь появились еще раньше. Впервые серьезные такие, с серьезными проблемами по выплате заработной платы в Сосновом Бору мы столкнулись в 2014 году, и с тех пор было проведено уже более 5 проверок по невыплате заработной платы, в том числе по обращениям, жалобам и обращениям работников Соснового Бора. По всем этим проверкам были возбуждены дела об административных правонарушениях, как в отношении юридического лица Соснового Бора, так и в отношении руководителя Соснового Бора.
На проблему обратил внимание временно исполняющий обязанности главы региона. Николай Любимов заявил о том, что нужно использовать все возможности, чтобы сохранить профиль санатория как лечебно-оздоровительного учреждения, а также трудовой коллектив организации. Темные какие-то совершенно схемы используются юридические, и люди, естественно, недовольны. Мало того, что там людей могут просто оставить без работы, профессиональный коллектив, но и мы можем потерять как санаторий этот объект «Сосновый бор», если его начнут распродавать по частям, кускам, и причем для жилищного строительства, любого другого, кроме как санаторного, этот объект не должен использоваться. По словам сотрудников санатория, единственным решением в этой ситуации является приход грамотного инвестора. И такой покупатель уже нашелся. Планы глобальные. Полная реконструкция учреждения, сохранение не только существующего статуса лечебного санатория, но и развитие здесь новых видов лечения. Столкнувшись с действительностью, мы обнаружили очень много там криминальных моментов. Но это, я думаю, наши органы разберутся. И после этого начнем заниматься уже и мы, и архитекторы, как сделать, что делать, как его реставрировать, потому что там полная реконструкция, там нужно все абсолютно менять. То есть мы много хороших новых технологий сюда привлечем, новых хороших врачей высокого, очень высокого класса тоже. И санаторий будет действительно развиваться, процветать. Между инвестором и владельцем санатория были проведены переговоры и достигнута договоренность о продаже. Однако до сих пор руководство не подписывает договор на прозрачных условиях, не устраивает прописанные в договоре и прописанные законом выплаты сотрудникам. Поэтому мы сказали, мы будем сами все отдавать ваши долги. Вот раздадим долги, сразу заключаем договор купли-продажи, все, что остается – от этой суммы, там 200 миллионов мы договорились рублей, стоимость всего. Вот это будет ваше. Еще один нюанс. За высоким забором, который сократил территорию санаторского пляжа вдвое, возводятся дома. Официальное разрешение было получено на строительство реабилитационного центра. В настоящее время срок действия разрешения истек, но работы ведутся безостановочно. По данным СМИ, здесь осуществляется строительство 3 индивидуальных жилых домов. Если случится такое дело, он должен вернуть, но он никогда не вернет. Значит, мы тоже самое. До тех пор, пока с этими ребятами не решится, все, мы не против. Пожалуйста, пусть они там за стенкой. Только закроют вход, чтобы в режимные сюда через наше предприятие никаких не было частных поездок. У экспертов есть основания полагать, что действия подведения санатория к банкротству были преднамеренными. Но это предстоит выяснить правоохранительным органам. Сейчас мы ненадолго прервемся, не переключайтесь и смотрите во второй части выпуска. Полицейские отправились в рейд по квартирам. Сделай сам. Рязанские школьники самостоятельно ремонтируют качели. И рязанские юные хоккеисты зарабатывают свои первые победы. В эфире программа «День города», и мы продолжаем этот выпуск. На будущее поколение всегда возлагаются большие надежды. Сейчас дети развиваются стремительнее, чем раньше. Новые методики обучения, кружки и секции. Несмотря на это, они все равно остаются энергичными ребятами, которым хочется порезвиться с друзьями на детской площадке. Как сейчас ситуация в городе обстоит с местами для игр, выясняла Анна Герцовская. Наша съемочная группа совершила выезд на несколько детских площадок, чтобы раскрыть эту тему с разных сторон. Первое место, на которое мы отправились – улица Пугачева, дом 15. Дети наши все. Дадим им все. И мусор, и площадку. Опустевшая детская площадка, рядом с которой находится заброшенное здание. Вокруг заросли и земля, покрытая мусором, в том числе и травмоопасным. Местные жители ответить на вопрос, откуда все это загрязнение, не могут, но подтверждают, что регулярно стараются самостоятельно производить здесь уборку. Я не вижу даже смысла что-то говорить. Не меняется. Зачем говорить, если не меняется? Бесспорно, общий антураж в сочетании с заброшенным зданием, которое представляет опасность для детей, не вызывает радости. Но здесь с качелями и каруселями все в порядке. А вот на улице Леволыбецкой, дом 38, дети сами решили отремонтировать качели, у которых исчезли сиденья. Сначала вот так вот качались. Так, подожди, как вы качались? Вот так вот сначала. Стоя. А потом я увидел вот эти доски, разломал их и вот так вот положил сюда. Доски положили и начали качаться. Говорят, удобно, но есть пара недостатков. Ну так-то удобно. Просто ты когда высоко раскачиваешься, спинки в 1 метр только. Мы не знаем,
где их сделать. Скажите, как вы думаете, это нормально, что вот нет, вы... нет, потому что у нас гвоздями тут. Да, вот. Ну, мы так, вот тут гвоздь, сзади меня гвоздь. Никита и Максим часто здесь гуляют, поэтому опечалены тем, что на площадке исчезли качели, которые в прошлом году еще были. Они выразили позицию детей по поводу этой площадки, описали то, что часто скрыто от взрослых. Поднялись. И видим то, что вот это, хотели на нее опереться, она вот так вот шатается. Да, и еще один минус в этой горке. Вот тут вот кто-то тоже уже сломал вот тут вот ступеньки. И теперь даже детям неудобно подниматься вот таким ступенькам. Тут нужно песка побольше положить. Да, а так что? Чтобы сюда приехали грузопесочные. И вот сюда вот все, весь песок. И еще чтобы отсюда камни убрали и всю эту траву. Ребята заметили, что все здесь нужно покрасить и добавить лавочек для детей и взрослых. Подобная ситуация, в которой дети сталкиваются с трудностями на площадках во многих дворах города. Где-то качели высокие, в других местах их нет. А как можно заметить, у маленьких людей есть свои требования. Возможно, поэтому многие родители, бабушки и дедушки отправляются гулять с детьми на общие площадки, расположенные в парках. Одно из мест, которые мы посетили – Нижний городской сад. В народе называется «Пьяный парк». Здесь достаточно хорошо. Качели, песочницы, наполненные песком, все есть. Здесь как-то экологический воздух почище, все-таки транспорт подальше едет, и как-то здесь и на самокате можно покататься, дорожек много. Здесь что, вот развлекаловка есть, то поинтересней. А во дворе как у вас обстановка? Ну, маленький двор у нас. Маленький дом и маленький двор. У нас есть площадка, но очень маленькая, и в соседних дворах площадок вообще нет, но только вот такие старые облезлые железные остовы остались. Там штыри торчат в земле железные, у которых даже незаметно в траве. Такая ситуация царит на улице Тимакова. Эта девушка совершила марш-бросок с ребенком из района Дашкова Песочня в центр города, чтобы погулять в приятном месте. Однако и здесь уже некоторые карусели и качели требуют ремонта. Мамы и папы также отмечают сокращение числа лавочек на этой площадке. Среди прочих мест, которые посещают горожане, парк возле Дворца детского творчества ЦПКО. Это, конечно, хорошо, но многим горожанам принесли бы радость красивые ухоженные площадки во дворах рязанских домов. Ведь в каждом из них живут дети. Профессиональный праздник отмечают сегодня следователи. Этот аппарат МВД в настоящее время крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая более 90% всех преступлений. О непростой и, на первый взгляд, незаметной работе в следующем сюжете. Срочное сообщение из дежурной части. Готовность мгновенная. С собой только самое необходимое. И вот уже сотрудник в автомобиле мчится туда, где совершено преступление, чтобы восстановить справедливость. Если не мы, то кто? Кто защитит нас, наши семьи, наших детей? Если говорить о том, что люди спрашивают, друзья, знакомые, говорят, зачем тебе это нужно? Ну, если так рассуждать будет каждый, то, получается, в полиции никого не будет. Так кто же нас будет защищать? Воспетый в множестве сериалов, следователь, полицейский. Профессия поистине и по праву заслужившая народное признание. В моих, скажем так, родственниках никогда не было полицейских. И я, наверное, оказался им первой. Учился в колледже на юридическом факультете. Попал на практику именно в этот отдел. Где-то 15 лет назад это было. Посмотрел, как работают следователи. И, наверное, на тот момент романтизм молодого парня и желание борьбы с преступностью. Вот. А дальше развивался уже больше именно сама борьба с преступностью, предотвращение преступлений, ну и привлечение к наказанию тех лиц, которые совершают преступность. Однако романтизм и максимализм юности вскоре сталкиваются с не всегда радужной реальностью. Контингент, с которым приходится работать ежедневно, не всегда благополучные люди, а пострадавшие, как правило, охвачены горем. Не каждый человек, даже с очень устойчивой психикой, выдержит такой режим. Каждый год откладывает свою какую-то частицу в памяти, и вот вспомнить какое-то конкретное дело, сказать, что вот оно было самым важным и самым сложным, невозможно в нашей профессии, потому что каждое дело по-своему сложное, по-своему интересное где-то. И интеллектуальные способности следователя, они для этого, наверное, и нужны, чтобы каждое дело
Они все дела разные, абсолютно разные, каждое дело по-своему сложное. Следователь – человек, аккумулирующий работу всех подразделений, оперативников, экспертов-криминалистов, чтобы составить обвинение, основную доказательственную базу следующей инстанции. Выбирая эту стезю, офицер понимает, на что он идет, и с пониманием к его службе должны относиться родственники. В семье относятся к этому с пониманием, потому что, как я уже ранее сказал, семья должна понимать, что это наша служба, она не направлена на то, чтобы получить саму какое-то удовольствие, а в первую очередь защитить жену, ребенка, маму, бабушку, брата от преступных посягательств. Сегодня в свой профессиональный праздник следователи, хотя и принимают поздравления, все равно не покидают рабочих мест. Их помощь может понадобиться в любой момент. Участковые полицейские отправились в рейд по квартирам. Их цель – провести профилактические беседы и рассказать о главных правилах защиты от мошенников. Далее Наталья Новикова. Рязанские участковые ежедневно обходят квартиры граждан и проводят профилактические беседы с жильцами, напоминая людям о правилах, соблюдение которых не позволит им стать жертвой мошенников. Правила элементарные. Для начала – держать входную дверь закрытой и не открывать ее незнакомцам. А у работников всевозможных социальных служб проверять документы. Внимательнее нужно быть и к звонкам. Вид мошенничества, когда звонящие представляются родственниками, попавшими в беду, и просят денег, весьма распространен. Конечно, всегда нужно осмысливать то, что предлагают, да и просто включать здравый смысл. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста. Самой уязвимой категории граждан участковые уделяют особое внимание. Профилактическая работа – это основное направление деятельности участковых уполномоченных полиции. Они ежедневно выходят на обслуживаемую территорию, собирают материалы, необходимые для отработки заявлений граждан, общаются с людьми, выслушивают их жалобы, пожелания и информируют. Как правило, граждане относятся к этому с пониманием. В общем-то, сотрудникам полиции доверяют у нас. Вот, внимательно слушают. Запоминает, что им рекомендуется. Во время поквартирного обхода и общения с населением на улице участковые вручают людям памятки с рекомендациями, как не стать жертвой злоумышленников, и призывают быть бдительными и осторожными. Граждане также нередко помогают участковым уполномоченным полиции в работе, рассказывают профилактические правила безопасности родным и знакомым или сообщают сотрудникам полиции о подозрительных людях и событиях. Такое взаимодействие помогает полицейским поддерживать общественную безопасность и правопорядок. Мы привыкли видеть победы нашей сборной по хоккею на телеэкране, а фамилии Ковальчук и Овечкин у всех нас на слуху. Но все они начинали со своих маленьких побед. Как вырастают чемпионами хоккея, расскажет Валерий Седов. Когда-то давно Эдуард Хиль спел настоящий гимн хоккея, в котором были такие строки: «Суровый бой ведет ледовая дружина. Мы верим мужеству отчаянных парней». Но он вряд ли учел, что возраст этих парней может быть различным. Совсем недавно в спорткомплексе «Ледовый» города Переславль-Залесский Ярославской области прошел межрегиональный хоккейный турнир под названием «Весенняя копель». Ребята 2007 года рождения из Рязанской спортивной школы «Олимпийский» заняли первое место. Наша команда обыграла сверстников из Переславля-Залесского, Архангельска, Коврова, ребят из Рыбинска, которых раньше не могли одолеть, со счетом 4-2, а Владимирскую с разгромным 12-2. Последние две игры прошли в один день с перерывом всего полтора часа, и перед финальным матчем юные игроки собрали все силы и одержали разгромную победу. Теперь кубок победителей украшает уголок славы наравне с другими призами. Победителям всего 10 лет, но хоккей оказал сильное влияние на их характер, что и принесло им победу. Я занимаюсь уже 5 лет. Я вообще с 3 лет на коньках. Нам тренер говорил, надо исправлять ошибки свои. Мы на них учились играть, и вот на ошибках выиграли. Это были сложные соперники, но мы оказались их сильнее. Они там в турнире было сложно, но мы выиграли. Взяли золото. Мы были командой, мы были одним целым, мы были как один, мы смогли выиграть его. Было тяжело, особенно когда были промашки. Без поражений хоккея нет. За тренировкой постоянно наблюдают родители юных спортсменов. Они сопровождают их во всех поездках, а переживают за результат игры не меньше тренера. Можно смело сказать, что родители тоже внесли свой, хоть и небольшой, вклад в победу. Просто пока еще они не совсем ковальчуки и бурые, поэтому приходится
им напоминать иной раз, что зуб надо почистить, чего надеть. Мой внук с 4 лет занимается, и все ребята тут занимаются с 4, 5, 6 лет. Уже давно. И вот я, мне кажется, я не хотела даже, чтобы его на этот спорт отдавали, потому что он самый тяжелый, мне кажется. Мы были все в восторге, конечно. Мы ждали давно этой победы. Ледовая дружина продолжает усердно тренироваться и после такой победы. Тренер привычным громким голосом раздает указания, но порой улыбается, тоже радуясь победе. Чемпионом можно стать в любом возрасте. Как говорится, в хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. На этом все. Я прощаюсь с вами до завтра и желаю вам хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24».